Опа! Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Ревас. Добро пожаловать в нашу новую 9-ю серию «Пути до 1 триллиона». В данной серии мы с ней продолжим заниматься всем тем, что позволит нам заработать крупную сумму денег. Самые такие топовые ходовые способы заработка, которые используют другие игроки. Прямо сейчас прибыл к автомастерской и буду заниматься разбором автомобилей. Приветствую! Разбор! Так, все нам предлагают, 6,5 миллионов стоит разбор. Обратите внимание, после подтверждения, да, все хорошо, давайте подтверждаем. Все, разбор начался, разбираем элегию. Берем давайте лом, чтобы ускорить данный процесс. Суммарно на этих разборах я уже сделал более 200 обычных осколков. Так, все, машину мы разобрали. И что у нас по итогу? Чего? Всего лишь... А, три ящика хотя бы, хух. Данные осколки, если продавать на сервере Сити, по курсу моего сервака, можно за каждый такой осколок получить где-то по 4 миллиона. Ну, 3,5 точно. Итого, сейчас из всего этого мы получили 10 миллионов. Все эти элеги я получил бесплатно, открывая NFT-контейнеры. Если сравнивать между тем, что лучше с этих ГОСУ за 1 650 000 или разобрать лучше же, конечно, разобрать. Если не заработаем с разбора, то по крайней мере выйдем в ноль. Разбор, давай продолжаем. Так, следующий разбор пошел. Оп, все, тоже закончили. Так, раз, два и все, да, сейчас не повезло. Забрали два осколка. Интересно, можно ли разобрать вот такой вот квадроцикл? О, да, предложение вот поступило, давайте его пробуем. А нет, разбирать можно только автомобили. Разбираем давайте еще одну элегию. Так, все, разобрали еще одну машину и по итогу опять два ящика. Чет пока что не везет. Разбираем давайте третью элегию. По идее, насколько я знаю, с обычной машины может выпасть максимум 5 ящиков. Думаю, сейчас он сыпет хорошо. Так, все, 3 ящика здесь и вон 4, нормально. Здесь мы определенные бабки подняли. Все свои осколки прямо сейчас беру и перевожу в ящики секретных автомобилей. Так, итого суммарно 3 здесь, на та же вот, 7 здесь, ровно 10 ящиков. Ну, вот отлично, давайте ради контента прямо сейчас подкрываем данные ящики. Всем настоятельно советую это все дело продавать, потому что шанс того, что вы окупитесь, очень мал, имейте это в виду. Стоимость каждого такого вот ящика примерно где-то 90 миллионов вирт игровой валюты. Так, ну погнали, давайте пробуем. Первый ящик, сертификат Greenwood. Офигеть. Машина эконом-класса, которая вообще, то есть, ничего не стоит. А, не, это особо дорого ты не продашь. Открываем давайте следующий ящик. Так, Slauman. Это какая-то машина среднего класса, насколько я знаю, тоже недорогая. Пробуем давайте еще. Так, сертификат Хортинг. Офигеть, что за машины дешевые. Идем дальше. Flash, тоже дешевая машина. Торнадо, ты посмотри, какой хлам. Ну-ка, Хастлер. Так, это все машины среднего эконом класса. Опа, Ford Explorer 20, что это такое? Ух ты, а вот это уже нормально так. Это получается машина полицейских, и сколько она стоит? Вот эта вот тачка, я думаю, чего-то непременно да и стоит. Подселю вас 2 PD дом за 250к на 1 месяц. Так, давайте подселяем. Все, Гофбанк. Все, денежку он нам успешно перевел. Удачи! И тебе! Прямо сейчас беру в своем же киоске в аренду огненную кирку. Давайте вот берем на 6 часов всего лишь за 30 миллионов. Так, залетая в подземную шахту, давайте поработаем, постараемся добыть как можно больше ресурсов. Металл, нормалек. Так, давайте кирку нашу активируем, чтобы иметь шанс 20% на убивание дополнительного ресурса. Чисто с такого одного камня добыли вот уже 3 металла. Ух ты, субкристаллы, вот все дело собираем. Поработал буквально 1 минуту и добыл уже вот 6 единиц металла, которые можно суммарно продать минимум где-то за 1 миллион. Каменные големы, давайте их наваливаем. Ой-ой, ребята, что-то вас много, а ну-ка давайте по одному. Так, готов, вложил. Ну и что, где твой камень? Валим, давайте, валим, гадов. Так, пока что под один и тот же камень. Ё-моё, сколько же камня нам падает? Опа, золото, хорошо. Камни поспавнились. Гады, толпой напали. Опа, шахтерский сплав, вообще хорошо. За ляма 8 такое добро минимум можно продать. Так, еще одного гада завалили, давайте забираем ресурс. Что у нас здесь, тоже забираем. Оп, золото, хорошо, пойдет. Вот, еще камни наспавнились, много камней. Давайте берем, берем, берем. Металл, хорошо. Чё ты за мной бегаешь, ты говнюка? Так, интересно, сколько уже металла я добыл за 10 минут. Давайте посмотрим, 20 металла. Нормально так. О, завалил двоих, забираем. Мне вот нравится то, что пока ты собираешь ресурс, эти каменные големы тебя не атакуют. О, алмазный камень, пойдет. Еще один алмазный камень, два камня подряд. Ногой, топ, 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 туда его на. Все, завалили гада. Больше всего, конечно, хочется выбить прочную ткань. Вот она моя, прочная ткань, наконец-таки. Данный ресурс это сразу автоматом плюс 20-25 миллионов. Побольше бы его. Ух ты, уважаемые игроки, 19.35 произойдет технический рестарт, плюс им свои извинения. Тапчу, тапчу, тапчу. А, гады, завалю вас всех. Мое все будет. Ля-ля-ля, они опасны. Капец, 41 хп. Опа, шахтерский сплав, вот это одобряю. Алмазный камень, хорошо. Так, ну пока еще нет рестарта, давайте посмотрим, что мы тут вообще успели добыть. 288 камня, 144 металла, 2 шахтерских сплава, прочную ткань, ну а также дворец за монетами. Чисто вот металлом мы заработали 21 миллион. 2 шахтерских сплава по миллиону 8, также еще прочная ткань. Очень много камней, золото, серебро, бронза,
алмазные камни, еще на минимум где-то лямов 5. Ну и наш металл, итого заработали 63 миллиона. Это на самом деле не предел, за час можно заработать гораздо больше, если будет вести с ресурсами, которые будут вам упадать. Прибыл прямо сейчас, дорогие мои друзья, на сервер Vice City. Призываем давайте нашего охранника Арчибальд. Охранник с максимальным улучшением на крафты. Я тут немного подготовился, накупил очень много алюминия с запасом на будущее. Металл, бронза, лен, хлопок, все в принципе есть. Прямо сейчас я хочу позаниматься крафтом довольно-таки ходового аксессуара под названием очки Netrunner. Данный аксессуар на протяжении уже очень долгого времени остается актуальным и имеет очень высокую цену. В среднем в стоковой комплектации его продают где-то за 7-8 миллионов. Само собой в Vice City коинах. Давайте пока что используем 10 попыток, шанс крафта 4% из-за того, что у нас есть улучшение на премиум випке. Так, 3 попытки, пока что все мимо. Так, 10 попыток, и пока что, к сожалению, ничего не скрафтили. Ну хорошо, давайте используем, допустим, еще оставшиеся попытки. 5 попыток, по итогу я еще могу сделать. Давайте попробуем. Да, пока что что-то прокать вообще не хочет. Не, к сожалению, все мимо. Так, продаю игроку энергодвигатель, сейчас они чуть подешевели. Давайте вот за 18,5 миллионов. Все, забирай. Так, а сами вообще, в принципе, затрат на эти крафты, давайте посмотрим. 40 алюминия мы покупали по 3 800, 152 тысячи. 50 на бронза по 1200. Так, хлопок и лен 20 тысяч. Ну а также 26 единиц золота по 520 коинов 13 тысяч. Получается, одна попытка обходится нам где-то в максимум 250 тысяч. Для того, чтобы нам выйти в ноль, нам достаточно эти очки скрафтить, ну, где-то хотя бы за 30 попыток. Для того, чтобы заработать, желательно, конечно, да, вот скрафтить где-то за 20-25 попыток. О, хлопок, давайте закупим. Такое нам надо. Опа, лен, сюда. Такое мы берем. Продолжаем, используем, давайте, еще 10 попыток. Ревас, ТП, я с хлопком и льном. Вот, то, что надо. Да, ё-моё, да что ж такое? Чё ж так не везет, а? Да, 10 попыток просто улетели. Так, давай, выворачивай карманчики. 3000 того и 3000 того. По 52 сети коинов, получается, я ему буду должен 300 тысяч сети коинов. Используем, давайте, еще 10 попыток. Суммарно пока что улетело 25 попыток. Опа-на, все, начало положено. Первые очки на Транер мы скрафтили и по итогу вышли в ноль. Суммарно использовали где-то 29 попыток. Надо, как можно скорее, скрафтить теперь новые вот такие же очки. Так, мимо, 35 попыток. Пока что по 1800 получается 180 тысяч. У меня просто слотов нету. Продам сток, очки на Транер. Кто желает купить и за сколько? Сейчас посмотрим, сколько игроки готовы за них дать. Ё-моё, как я так не уследил, у меня бронзы нету уже. Офигеть, надо забрать ее. Давай заберу нетри за 6,5 миллионов. Не, это мало. Ислам Агай, 8 кк. Ну-ка, давайте посмотрим. 8 кк, даешь? Ого, хорошо, давайте. Это уже нормальная, хорошая цена. Прилетел на свой сервак, забираем, давайте, всю бронзу, которая имеется у меня. Пару косарей сейчас с собой ее возьму. Блин, капец, у меня еще грядок, надо будет их все расставить. Давайте посмотрим, как справляется мой наемный фермер, которого мы установили в прошлой нашей серии. Че он тут у нас собирает ресурсы, да? Склад, наверное, уже забился, да, вот. 1200 единиц хлопка, давайте забираем. Все на базу, все, вам добавим данный хлопок. Бронзу у нас, конечно, ну прям навалом. Так, все, хорошо, вернулся обратно в Вайсити, призываем вновь нашего охранника. Весь ленный хлопок этот парень выставил в лавке прямо на улице у моего дома. Сразу давайте подоберем льна у него тут пару тысяч. Ну и давайте погнали. Используем еще 10 пыток, вперед. Так, 10 пыток мимо, суммарно уже 45. Пробуем, давайте используем еще 10 пыток. Да ты посмотри, уже 55 пыток использовали и по итогу так и не скрафтили. Использую еще 10 пыток, чет как-то вообще, сегодня удача нам не благоволит. За 55 пыток скрафтили только одни очки Netrunner. Где моя белая полоса? А ну-ка, давай, полоса везения, приходи. Оп, хорошо, еще одни очки, получается, эти очки тоже в ноль. Опа-на, еще одни, две пары подряд, офигеть, вот это уже хорошо. Тут мы уже определенно заработаем, вот раз, и сразу же вот вторая пара. Итого, используя 65 пыток, скрафтили 3 таких аксессуара. Докупаем, давайте, леный хлопок, на этом я не остановлюсь. Нам нужно больше прибыли, давайте закупаемся. Так, все, леный хлопок закупили, приступаем, давайте, идем дальше. Если в течение 10-15 пыток я скрачу данные очки еще раз, то, скорее всего, я на этом остановлюсь. Мне этого будет вполне достаточно. Использую, давайте, еще 10 пыток. Опа-на, все, еще одни очки я успешно скрафтил. Ну и на этом, я думаю, можно пока что остановиться. Так, итого, использовал, получается, еще 5 попыток и скрафтил данные очки. 70 попыток, 4 пара очков, я считаю, очень даже неплохо. При стоимости одной попытки 250 тысяч использовали 7 штук, результат 17,5 миллионов сети коинов, это то, что мы потратили. Если мы наши очки продадим даже за 7,5 миллионов сети коинов, итого мы получим 30 миллионов игровой валюты. За вычетом комиссии давайте посчитаем 29, минусуем 17,5, итого чистым доходом за новокрафта 11,5 миллионов сети коинов, что в переводе на мой сервак более 1,5 миллиарда, который мы заработали за последний час чисто вот на этих крафтах. На этом же, дорогие мои друзья, данная серия подошла к концу. Неплохо так покрафтили очки Netrunner, позанимались разбором автомобилей, выбили какую-то интересную полицейскую машину, ну а также хорошенько поработали на шахте. Если же данный видеоролик вам понравился, мне будет очень приятно, если вы не забудете поставить ему лайк, ну а также подписаться на мой канал. На этом все, с
скоро увидимся.